Первым виновником задержки сборки мотора оказался коленвал. На нем на плоскости сальника обнаружены маленькие кратеры. Их уже точнули, потом пытались провернуть, но в общем-то в любом случае плоскость повреждена, и сальник при установке будет течь. Поэтому решено было его отремонтировать, поставить туда втулочку и вывести ее в оригинальный размер сальника. Вторым виновником стала ГБЦ. ГБЦ все еще веселее. Ну, во-первых, как бы эта ГБЦ уже на ней ее отдавали в какую-то мастерскую, там сняли, выровняли плоскость, вот сняли там, написано 0,15. Но почему-то вот то ли не заметили, то ли что здесь случилось, я не знаю. Но вот тут такой дефект в виде то ли трещины, то ли царапины. Но в любом случае дальше ее фрезеровать некуда. Если заварить и удалить эту трещину или царапину, то потом все равно надо фрезеровать, и также опять некуда. Ну, в общем, это большой минус, с которым лучше дальше эту ГБЦ не эксплуатировать. Но и другой проблемный момент. Я не знаю, каким образом сюда засунули эти гидрики, но я их вытащить не могу. Ничем. Вот два я каким-то образом вытащил, а все остальные тут как будто забиты. И самое интересное, что в той конторе, в которой фрезеровали плоскость, их даже не снимали во время фрезеровки. Либо их сняли и забили. Ну, в общем, я не знаю, но смысл в том, что как бы это все уже не совсем корректно. Поэтому явно это ГБЦ бракуется. И будем брать другую. Ну вот у меня есть два варианта. Забрал из гаражика. Вот первую разобрал, вроде такая чистенькая, красивенькая, но оказалось не все так гладко. Вот такие два странных клапана торчат. С ними все непросто. Они не просто так торчат. Чтобы вытащить этот клапан, надо ударить молоточком. И вот такой вот клапанок. Ровненький. Но это тоже все ерунда. Клапан гнется не первый раз. Но повреждена направляющая. Ремонт направляющей тоже ставить не хочется. Ну, в общем, тоже эту ГБЦ приходится запарковать. Ну и последний претендент. Изначально такая грязненькая головка блока цилиндров. После первой помывки оказалась довольно симпатичной. Пока внешних никаких повреждений я в ней не вижу. Пока она вроде довольно-таки мило выглядит. Сейчас я ее разберу, детально осмотрю. Тогда уже будет ясно, берем мы ее в работу или нет. Ну, в общем, я начну разбирать ГБЦ, посмотрю, все ли в порядке. Если все в порядке, то все везу опять своим любимым мастерам. И пусть они ее готовят к сборке. То есть снимают, шлифуют плоскость. Ну, проверяют и шлифуют плоскость, правильно так сказать. Притирают клапана, опрессовывают. Ну, в общем, все делают по уму. Надеюсь, что эта голова будет уже окончательным претендентом на сборку. И я в скором времени соберу мотор. Ну, а пока начну разбирать. We'll be right back.
очередная ГБЦ, и в ней кидыки снимаются абсолютно нормально. Ну вот гидрики вытаскиваются. Они уже без масла, но вытаскиваются они легко. Так, ну теперь осталось рассухарить клапаны. Ну вот, раскидал я ГБЦ эту. В общем-то, она вполне нормальная. Ну, пока не очень детальный осмотр. Вот все плоскости распредвалов целенькие, не пожеванные. Ну вот, все два направляющих клапанов тоже визуально нормальные. Конечно, более детальные замеры буду делать уже не я, буду делать мастера. По результату скажут, надо ли здесь что-то ремонтировать или нет. Но в целом пока что берем ее в работу. Хорошая ГБЦ. Осталось решить, что делать с клапанами. Сейчас выберу либо новые, либо бэушные. Если бэушные в нормальном состоянии, то, наверное, поставим их. Но, скорее всего, я постараюсь собрать все на новых запчастях. Все-таки мотор такой красивенький, хотелось бы максимально его сделать новым. Так что сейчас поищем, посмотрим, что куда. Ну и вперед точить. Посмотрев ее материал, который я отснял по этой серии, я вначале хотел выпустить ее вообще без монтажа. То есть вот сплошняком, как было все снято, так и выложить. То есть со всеми перемещениями камеры, со всеми ошибками, со всеми дублями и тому подобное. Но потом вовремя одумался, и все-таки вы эту серию посмотрели, если посмотрели, конечно, в уже урезанном формате, смонтированном. Но я хочу с этой серии начать выпускать полные видео без монтажа. Ну, может, с минимальным монтажом, какие-то обрезки уж совсем длительных и нецензурных сцен. И выкладывать их на второй канал, то есть открыть канал и выкладывать такой гарбач туда. Так что, кому интересны длительные процессы, я выложу туда всю эту серию без монтажа. Смотрите, может, вам понравится. Ссылку я укажу внизу на мой второй канал. А так, подписывайтесь теперь на два канала и ставьте ваши лайки обоим видео, если захотите. Всем удачи, всем пока. Мы отмываем их.